Эй, всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Кода ТВ, и сегодня я вам быстренько расскажу, как найти все электрокулы в обновлении 2.0 на наших островках и на Дзуме. Ребят, на самом деле, все очень просто, давно уже есть официальная интерактивная карта Genshin Impact, ссылка на нее будет в описании, переходите по ссылочке, там вы найдете и сундуки, и... Все там есть, короче, в общем, а что нету, то будет дополняться постепенно, да? Смотрите, значит, вот так вот выглядят наши электрокулы. Так, теперь я вам покажу карту. Вот она, официальная карта, интерактивная. Здесь вот, вот видите, электрокулы. Выбираем этот параграф, и нам показывают местонахождение всех электрокулов. Соответственно, если показывает, что их где-то 10, приближаем в эту точку, да, и видим расположение всех этих мест. Для вашего удобства я рекомендую зачищать зонально. Почему? Потому что на игровой карте есть лимит на составление значков. О чем я вам говорю? Сейчас я вам покажу это более грамотнее. Смотрите, ребят. Допустим, у нас есть вот территория, да? Мы можем сколько? 150 меток установить, правильно? Ну, и можем в них путаться там и еще что-то. Если у вас, допустим, меток, все метки пустые и свободные, они вам нигде не нужны, и у вас хватает 150 меток, можете, в принципе, свободно зачищать так, как вам удобно. Значит, смотрите. Какая суть? Зачищаем потихонечку локацию, выставляем меточки, где уже подобрали. Вот. И потом в этой локации просто, когда уже все зачистим, можем удалить эти меточки. Но это такой рискованный способ, потому что вы можете что-то здесь пропустить или где-то взять на одну больше и потом искать. Поэтому лучше всего отмечать все и прям потихонечку, потихонечку, полигонечку каждую локу начинает потихонечку зачищать, 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 вплоть до того, пока вы все не соберете. Ребят, и сейчас вам еще одну маленькую такую штучку покажу. Тоже вам может быть понадобится, а может быть и нет, это так чисто. Как вы знаете, в любой большой локации, типа Манштата, либо Лилие, всегда есть вот такой вот NPC. Вот тут вот такой NPC репутации. Сейчас я вам покажу. Так. Сама бы вспомнить, где я его тут видел. Тара-та-та, вот он, NPC репутации. Давайте к нему сходим, и чтобы не быть голословным, вам покажу быстренько. Так. Значит, приходим к этому NPC репутации. Угу. И здесь все как обычно. Показываются квесты, да, которые вы могли пропустить. Задание мира, так сказать. Задание Инадзумы, исследования мира, заказы. И что нас самое главное интересует, это уровни репутации. Так, а что конкретно нас... Так, сейчас найду. Ну, тут, в принципе, довольно много интересных вещей. Но самое главное, если у вас вышла зоопарка с поиском электрокулов, вам поможет вот такая вот херотень. Камень эхо электрокула. Она везде есть. Есть эхо геокула, анимакула, и здесь также не исключение, есть эхо геокула. Но нужен 8 уровень репутации, чтобы получить этот чертеж. Действует он очень далеко. То есть ищет геокул. Ой, геокул, электрокул. Но тратится на это постоянно ресурсы нужны. Поэтому не пропускайте, чтобы не пользоваться вот этой вот бедой. Ребят, и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока и до новых встреч.